Ура! Я наконец-таки доделала этот альбомчик. Я его делала в рамках совместника с Натальей Руско. Это дизайнер Dreamlight Studio. Она в основном делает альбомы такие вот интерактивные, такие с поп-ап разворотами. То есть каждый альбом прям отдельная какая-то прям, не знаю, вселенная. В общем, я решила принять участие в этом совместнике. И давно хотела уже начать так активно скрапить фотографии котов. Это, кстати, уже не первая работа с этим кошаком. Это Соник. Я буквально вот на днях показывала, да, коробочки. Это по другому совместнику я делала с ним. Уже бумагу использовала. Это тоже от Dreamlight Studio. Это цветочная симфония. И кое-где какие-то вырезалки у меня вошли от коллекции «Лучший день», свадебная коллекция. А в основном вот это именно цветочная симфония. Так, в качестве обложки я взяла кожзам. Вообще я подозреваю, что этот кожзам, он для, на лицевую сторону он должен быть вот этот, глянцевый, ну, гладкий в смысле. Впервые, конечно, это все делала, пробовала. У меня эти в свое время кожзам, еще один, так сказать, есть. Мне задарил злой сантехник Федор. Короче, Федор, я знаю, ты будешь смотреть, отпишись, как тебе результат. Вот, это кожзам от мистер Пейнтера. И я, если честно, теперь в затруднении. А вообще, какая сторона из них вообще лицевая? Я вообще так вот склоняюсь к тому, что все зависит от идеи. Мне что-то вот эта вот сторона шершавая больше понравилась. И показалось, что она уместнее в этой работе. Поэтому, короче, вот такая вот интересная тема. И в итоге приклеилась, ничего, все нормально. Вот, тут у меня получилось, я его практически на каждом развороте задействовал, кота. Тут у меня на бабушке за бабочкой. Короче, он мне везде охотится за бабочками. За маленькими, большими. Главное, что за бабочками. Ну и периодически в детстве вот тоже бабочка. Да, это уже из коллекции «Лучший день». Цветы, вот этот вот ночник керосиновая, свеча, лампа, не знаю. Вот. Тут он дрыхнет. Значит, у меня получилось, что я его фотографии использую как высечки. Помимо того, что здесь будут его фотографии, да? То есть он еще и в качестве декора. Кстати, вот эта штучка, вот этот вот, это на, это кабошон, вырезка. Одна из высечек из коллекции, и это вот основа металлическая. Я в каких-то покупках уже показывала это, и эти детали. В общем, вырезаешь картинку, клеишь на дно и приклеиваешь кабошон на этот, на титан. И прекрасно все держится. В общем, я оставлю ссылки, если они там, конечно, не сгорели. Потому что я, по-моему, где-то год назад это все покупала. Это на Алиэкспресс брала. В общем, очень интересная, полезная штучка. Вот, обратку я тоже вот так вот оформила. Ну, то есть он тут тоже у меня за бабочкой охотится, тоже смотрит. Клик, следующий разворот, теплица. Теплица, как у нас без кота. Теплица, цветы, бабочки. Вот она, охота продолжается. Вот, кстати, окошки я... Этот пластик брала от упаковки, от штампов. То есть кто-то, я помню, в группе в Телеграме спрашивал, какой брать пластик, где его купить. Я вот специально не покупала, я просто оставляю всегда вот эти пластиковые вставки. Они, кстати, не только бывают упаковки от штампов, еще от других всяких украшений. То есть все дело идет. Тем более тут небольшая площадь, то есть спокойно можно было это все дело добыть. Вот. Так, вот у нас что тоже? Спящий кот. Тут дрыхнет. Тут на книжках сидит. Так, и вот это самый такой
обалденный разворот этот. И самый такой, наверное, сложный. На магните. Рись. Рись. Видишь, что у нас выходит. Соник вышел погулять. Причем адрес реальный. Номер хаты, улица. И он вышел за бабочками. Главное, чтобы вернулся. Вот. Магнит я не стала, да, на оборотке клеить. Я его прям непосредственно, у меня бабочка приклеена. Она прям непосредственно приклеена. Магниты очень тоненькие такие. На магнит, точно так же на цветок вот здесь. Не знаю, видно, не видно. Вот здесь вот магнит, прям они очень... То есть нет такой большой толщи картона, чтобы сцепка прям, она прям мгновенная такая. Харясь, все. Все вот такое. Хотя я думала хлястик сделать такой на магните, но поскольку альбом я выбрала такого небольшого формата, тут просто некуда хлястик одеваться, просто такое расстояние небольшое, поэтому не стала. Да и ленточки, как вот такой альбом, я как-то не захотела приклеивать. В общем, вот так вот. В общем, как, по какому принципу, кстати, я декор подбираю, вот, интересный момент. Там, где небольшие композиции, ведь у нас же формат небольшой, и чтобы соблюсти вот этот, знаете, закон перспективы, да, подальше это маленькие предметы, поэтому я отбирала цветы поменьше, и в первую очередь я делала вот эти сложные развороты, где у нас на теплицу пустила, да, там выстраивала, отбирала в первую очередь цветы, сделала сложные вот эти все развороты с теплицы, потом вот этот вот у нас лесенка, вот этот цветущий сад, тоже подбирала цветы для этого дела. И вот это окошко, да, окошко и иллюминатор, да, с цветами совсем не ходить. И уже по остаточному принципу, что у меня осталось из вырезала, я уже в последнюю очередь украшала все развороты. То есть тоже смотрела по размеру, что как подойдет. Да, еще не сказала, я еще использовала штамповки от питерского скрафтклуба, вот эти квадратики, я с ними расстаться не могу, поэтому я уже не знаю, их пихаю, уже куда, не знаю, куда ни попадя. Вообще, мне кажется, классные такие, добавляют они интересности в развороты, поэтому без них никуда. Да, флажки, вот эти вот кругляшки, это тоже штампы питерского скрафтклуба. В общем, тэк, такое же дело. В общем, по полной программе.